Я чинюсь. 4, 3, 2, 1. Ну, сейчас выйдет, и я его гро... Не-а. Это визит, блин. Не, ну это неплохо. Я в казну не пробил его. Сейчас я добью. Сейчас, ничего страшного. А можно ты его просто добьешь? Затоптать? Не, я хочу просто эпично убить его. Вот так вот примерно. А мне только что откуда-то прилетело на приводы. А я хочу сейчас его просто эпично убить. Аккуратнее, 111 здесь. Так, ребят. У вас здесь ставки. Танк. Я убил его эпично, знаешь, как переехал его. На точке двое минимум. А, они все походу на респе, да? Ну ладно. Ух, 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 что я вытворяю с хваров? Кто на зенитке, осторожно, там танк тебя ждет, ждет на углу. Видели, как я эту армию зениток расфигачил? Я полетел за бимбами. Летайте за бимбами, блин. Опа, еще одну зенитку снял. Ты на хварах, что ли, летаешь? Ну да. А нам надо на двух бимбах летать просто, и все. Англичанин реально может разобрать прям в борт. Причем очень и очень быстро. Не-не, понатею от советских УВНов прям. Реально, X2 делать на Т-55, это надо еще уметь. Сделать X2 на Т-55 АМ, это еще надо уметь. Не, если я сейчас солью Тунгуску, выйду, то я не смогу с ребятами на 9.3 поиграть. Вот это реакция. Отремонтировался. Ну, скорее всего, да. Так, не смотрите на меня. Не смотрите на меня. X2 на... Америкосе. Это шикарно прям. Заворовка. Не попадете. Там упреждение, надо корпусов 5 брать. Как минимум. Чего? Учитесь. Урон. Посмотри на стриме. Ля, подрубил, так и скажи. Не, ну так-то неплохо, неплохо. Ну да. А пока я его не вижу, кстати, с воздуха. Так, я сейчас С. На С какашку кину. Ах, ты ж скотина он. А, вышел с С и как бы... Вышел с С и знаешь, куда он двинул? Это жесть, блин. Это прискорбно. Goodbye! А кто там реально? Вот что это за зенитка там фигачит все? В дымах там пума, если что. О. Сейчас эту зенитную установочку. Сейчас хваров. Ух. Прям в бошку, блин, попал. Наша победа близка.
Ну. И забрал. Ох, 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 ох. Вот это было по-нашему. Так. А вон он. Видели? СХ-25Х2. Две ракеты сразу пустил, потому что очень четко видно было, что там три цели. Я побоялся три ракеты сразу пустить. И сейчас бы заберу. Сейчас заберу вот третьего. Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? Забрал. О-о-о, жесть, блин, что я вытворяю? Что мы тут вытворяем, ребята, это просто капец. Вот он. Блин, забрал, но как бы обменялись. Ух, так, все, вам хана, ребят. И 8 взял. Ой, нашел добычу. Наша победа близка. Я зря ехал. Х2, еще один Х2 сделал. Сегодня у меня день Х2. На двухстволке сейчас. А бог И8 брать. Вышел из него, снова зашел, но ему это не помогло. Ага. Значит, слушай, а можно с такого ракурса с хвара захреначить? Например, вот. Вот это фраг! Значит, можно. А давай, покажи мастер-класс. Сядь на С. Там дома. Вот, какие, блин, дома? На С какие дома? Ты чё? Я на С Г-91 садился, блин. Не, я-то сяду без проблем, только тут это, два самолета. А можете самолет сбить? У нас же зенитка. Смотри, окей, какая, блин, зенитка, смотри на стриме, как я его сбиваю. Так я не могу. У меня проблемы. А чё тебе, нормально, второй двигатель теперь тоже. Плохо себя стал чувствовать.
Ух! Обычным, не тандемным, обычным.